это он и потерял. Раму разбиваешь на части. Треугольнички, да. Ставишь тяги. И печатаешь на 3D принтер с фалангами вместе. Потом берешь на пиничек и под... И резиночку ставишь, да. Прикольно. Если да, вот сделаешь. Ну, у тебя пальца. Здесь еще мизинец стоит. Большой палец, это, я так понимаю, вот да. Этот вот. Это чтобы хотя бы какой-то хватательный... Смотри, вот так попробуй схватить. Нет, а эти пальцы оставь. Существует у меня вторая модель. Ага. Я взял свою руку, обрисовал на бумаге, сделал замеры. Вот мой большой палец. Угу. Вся моторика как бы, да, получается? Ага. Вот смотри. Смоделировать можно. Я сидел и рисовал все вот это. Пару дней. Боря, попробуй смотри. Все основные пальцы оставь, вот допустим, там только два. Вот интересно будет. Покажи два. Покажи два пальца. Вот тебе два пальца. Подвигай, три. Не только. Ай-яй-яй-яй-яй. 11. 10. 10? Не-не-не-не, этот еще. Пробуй. Саня, а который? Ну да. 11. Ребята, как определяете, какие пальцы согнуты? Там какие-то датчики стоят, да? Перчатку встроенный резистор изгиба. Просто когда сгибаем, материал деформируется. Сопротивление меняется. И нам тоже контроллер улавливает, насколько сильно изменилось сопротивление. И подгоняет сервоприводы под определенный градус. Кулак. Аккуратно, медленно сгибай. Два пальца, да. Иди сюда, ну-ка иди сюда. Можешь, пожалуйста, вот медленно так согнуть? Медленно делай. Чтобы показать, как он повторяет все движения просто. Ага. Все, дальше можешь играть. Не думали, что там сделать какой-нибудь нейропрограммный протез? Я собираюсь улучшить протез, то есть уменьшить нервы. И использую спецдатчики, улавливающие импульс нервных окончаний. По одному медленно, смотри. Вот кулак у тебя. Уже заставить. По одному попробуй медленно пальчики разгибать. Большой. Я еще как раз эти датчики не изучал, но я здорово, да, сделал протез, с которым уже человек сможет пользоваться без использования печати. На данной модели это манипулятор. Я вообще даже в двух направлениях собираюсь. Один манипулятор, другой протез. Хотел его обмануть, что ли? Он очень быстро реагирует, да? Нет. Слушай, в Суефа вообще классно играть, да? Целиком повторение всех жертв. Только два пальца. Камень. Ну камень, ладно. Ножницы. Бумага. Есть бумажка, парни? Бумажка? Да. Пасть. Камень. Ножницы. Бумага. Я себе его, кстати, недавно. Ну слушай, он быстро все делает, да? Интересно.